Are you all gangsters? No, we are Russians. Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», это его регулярная еженедельная рубрика «Болтовня». Обычно мы в этом формате разговариваем о животных. С вами, как всегда, бессменный ведущий Дамир и Лёша. Я Лёша, а сейчас с вами поздоровается Дамир. Да, всем привет, это я здесь. Да, Дамир здесь, Лёша здесь, все на местах, и вы... Боже, мне кажется, я потерял немножко навык болтовни. Потому что если вы наш слушатель, и вы слушаете нас раз или несколько раз в неделю, то вы думаете, что мы на постоянной основе записываемся. Но у нас сейчас был небольшой перерыв с Дамиром в отношениях, потому что мы записали достаточно большое количество выпусков, и две недели вообще не выходили на связь в формате подкаста. И всегда, когда такое происходит, достаточно трудно обратно входить в этот записывающийся режим, потому что ты просто забываешь, как формулировать мысли в формате записи. Дамир, ты со мной согласен? Или только у меня сейчас такие смешанные чувства? Да, я с тобой, наверное, согласен. Правда, я пока не успел испытать это на практике, потому что я только поздоровался, это было несложно. Вот, может быть, я сейчас начну рассказывать свою тему для болтовни и просто буду запинаться в словах и забывать все подряд. Но надеюсь, что меня не постигнет эта судьба, и мы сегодня запишемся без проблем. Да, я тоже надеюсь, что все будет прекрасно, что темы будут интересны. И в целом расскажи, что у тебя происходит, как там в Лондоне. Мы с тобой созванивались пару раз, но это было настолько мимолетно, и я вообще немножко потерялся. Что ты там, как работа? Ты сказал, что ты очень устаешь. Слушай, да, в двух словах все нормально. А из новенького, не знаю, у меня теперь не утренние смены, а вечерние, поэтому мне стало чуть легче жить, потому что я могу чуть больше спать. Вот. А вечерние ты имеешь в виду, в какое время ты приходишь и все такое, а до этого как было? До этого было с 7 утра до 3 часов дня, теперь с 12 дня до 8 вечера, поэтому я теперь... По-моему, прикольнее, когда ты раньше освобождаешься. Нет, у тебя, считай, полдня еще свободные. Слушай, прикольно, но просто мой организм за много лет привык ложиться спать поздно. Я не могу себя заставить ложиться, типа, там, в 9 или в 10, и поэтому я сплю 5-6 часов. И когда ты 5 дней подряд спишь 5-6 часов, то ты очень плохо соображаешь первые несколько часов рабочих. Очень тяжело, вот, поэтому... Сейчас, ну, в любом случае, пока у меня идет практика, я буду работать в разное время, потому что это разный опыт, там, опыт закрывать, нет фиксированных опыт открывать, часов. Вот, поэтому пока что это время будет плавать, ну, и, возможно, в дальнейшем я найду какой-то идеальный график для себя. Приятно, конечно, заканчивать в обед, но вставать по утрам очень тяжело. Вот, а так в целом все хорошо, погода в Лондоне хорошая, сегодня было солнечно, плюс 17 Слушай, градусов. Слушай, у нас началось что-то типа бабьего лета наконец-то, и обещают, что всю будущую неделю будет неплохая погода, и сегодня вообще была красота, плюс 17-18 и солнце, ни капли дождя не упало, я надеюсь, что нас немножко застанет вот эта вот прекрасная золотая осень, которую я так люблю и которой было так мало в этом году. Да, я тебе обещал узнать. У вас там желтеет уже? Да, я тебе обещал узнать, да, про есть ли бабье лето в Лондоне, но мне сложно сказать, потому что тут особо не наступала осень. Было пару дней, когда был дождь, и было, ну, не то что холодно, но так, прохладно, неприятно. Но я думаю, что за все это время, пока я здесь, температура не опускалась ниже 10 градусов, поэтому мне сложно сказать, это сейчас бабье лето или это просто та же самая осень. Ну, знаешь, но всегда... при этом солнечно. Да, типа, всегда. Или нет? Ну, вот последние пару дней солнечно. Но всегда определить, есть ли бабье лето или нет, можно по наличию холодной погоды до него. А как бы если холодной погоды до него нет, то ты не знаешь, что бабье лето, или это просто осень еще не наступила. Понимаешь, да, такой нюанс. Ну, понятно. Затяжное лето или это уже бабье лето, я тебя понял. Ну, надеюсь, что в одном из следующих выпусков британского товарищества для тех, кто подключился только что,
Вы на канале «Крысиный товарищ», а с вами Дамир и Леша. Я Леша, второй ведущий, это Дамир. И у нас контент-площадка для подкастов. У нас выходит много разных шоу. Сейчас конкретно вы слушаете шоу «Болтовня». Шоу «Болтовня» мы в коротком формате рассказываем одну какую-то клевую, интересную тему. Обычно это связано с животными или с пиратами или с чем-то таким. Такие темы мы обычно берем. Один из ведущих другому рассказывает что-то интересное и новое, второй задает вопросы. Также у нас есть формат «Британское товарищество». Дамир, собственно, живет в Лондоне, я живу в Москве, и Дамир туда переехал достаточно недавно. И это отличная почва для того, чтобы сделать travel-иммигрантское подкаст-шоу, где Дамир рассказывает о своих приключениях, попытках найти работу, друзей и устроиться в ужасном капиталистическом обществе Лондона, Великобритании. Да, Дамир? Поддержи да. меня, если я что-то упустил. Нет, да, все правильно. Нет, я хотел, чтобы ты сказал еще про одну очень важную вещь, которую я не сказал. Что королева недавно умерла? Да боже, нет, я вообще не про это. Да я просто на тобой прикалываюсь. Да, важно это то, что у нас есть Boosty, это площадка для поддержки контент-мейкеров, поэтому вы можете оформить подписку на Boosty, ссылку на наш канал на Boosty вы можете найти в описании к каждому из наших выпусков, и задонатить нам деньги, поддержать нас и принять участие в создании нашего подкаста. Каким образом вы можете принять участие, вы можете найти на нашем канале на Boosty, если пройдете по ссылке. А также мы хотели поблагодарить двух наших бустеров. Это Даниил Пулёк. Это Даниил Пулёк. Спасибо, парни, что вы все еще с нами уже столько времени. Да, уже скоро будет год, мне кажется, как с нами Даниил Пулёк, но пока где-то чуть меньше, чем полгода. Если быть точным. Так, ладно, если тебе нечего добавить, я думаю, мы будем начинать переходить к нашей теме и поехали. Дамир, что ты подготовил сегодня? У тебя была какая-то интересная тема, которой ты хотел со мной поделиться, что-то рассказать, какой-то классный факт вбросить, может быть, нет? Да, сегодня у меня тема, про которую мне рассказала моя жена-биолог. Это тема, после которой ты навсегда перестанешь есть говно котов. Слушай, мне кажется, я понимаю, о чем ты. Я смотрел фильм «На игле», и там была история про это. Но давай. Допустим. Смотри. Сделаем вид, что я когда-то таким занимался. Ученые обнаружили уникального паразита, который живет в котах. Он может размножаться только внутри котов и выходит из котов с кошачьим говном. Этот кошачий... Типа как глисты? Да, кошачий паразит называется таксоплазмолис. Ага. И он может попадать в людей и в других животных и жить у них в мозгу. Слушай, можно я чуть дополню? Удивительно, потому что, исходя из названия паразита, сложно понять, что этот паразит живет в коте. Он скорее бы нормально прижился бы в таксе, в собаке. А, да, я понял, шутку очень изобретательно. Но он живет в коте. Этот паразит, по подсчетам ученых, находится примерно в 20% населения людей, популяции. Ага, понятно. А потому что, мне кажется, это происходит следующим образом. Кошки иногда едят... Срут тебе в рот? Нет, едят свои отходы. Или они дерутся, или они попу друг друга нюхают, или только собаки этим занимаются. Слушай, короче, не знаю. Но в любом случае ситуация такая, что котов, особенно домашних, очень любят целовать их хозяева. Чем я вот, кстати, вообще не промышляю, потому что у меня аллергия. Если я буду целовать кота, даже если я его очень люблю, я потом буду чихать и задыхаться. Это будет неприкольно. Кстати, Дамир, вот когда ты меня предостерег от того, чтобы я никогда не ел кошачий кал, ты забыл, что у меня аллергия? Ну, то есть я к котам на пушечный выстрел не подхожу. Нет, я знаю, что у тебя аллергия на котов, но я не знаю, есть ли у тебя аллергия на кошачье говно.
Да, но тем не менее, я таким не промышляю. Соответственно, ты сказал, что у 20% населения Земли есть вот эти вот паразиты. И, соответственно, это из-за того, что они целуют своих домашних питомцев и вместе с вот этими вот это все попадает к ним? Или что, или как? Слушай, на самом деле точного понимания, каким образом попадают эти паразиты в человека, пока неизвестно. Но в статье было написано, что он может попасть в тебя, когда ты ешь немытые фрукты или овощи, или когда ты ешь какое-то недостаточно очищенное или приготовленное мясо. Предполагаю, что, возможно, на эти овощи тоже насрал кот, но это не точно. Короче, попасть он к тебе может не обязательно путем прямого попадания в тебя кошачьего говна, а да, какими-то но, слушай, еще... мне кажется, тут просто немножко... немножко утрировал и подменил факты. Ну, то есть, эти паразиты, они, возможно, живут не только в котах? Ну, нет, то есть они это прибывают... паразиты, которые могут размножаться только в котах. А, только в котах. Только внутри кота, в его желудочно-кишечном тракте. Это то место, где они... могут производить потомство. Я тебя понял. Нет, я просто подумал о том, что, возможно, это как одно из мест размножения и появления этих паразитов, но также они могут появляться там, ну, знаешь, на всяких фруктах немытых и все такое. Нет, они могут появляться, возможно, где угодно, но самое важное то, что они распространяются внутри котов. Размножаются в котах. Хорошо, вот, я тебя понял. А внутри котов, в каком проценте котов есть эти паразиты? Есть информация или нет? Нет, это такой информации у меня нет, но я думаю, что... Это было бы куда полезней. Я думаю, что в большем количестве котов, чем в количестве людей. У большинства людей наличие этого паразита в мозгу проходит бессимптомно и никак не влияет на человека. Подожди, они из кишечного... Из кота, они у человека, они в мозгу живут? Это мозговые паразиты? У человека они живут в мозгу. Нифига себе. Возможно, вот это жесть. Возможно, кот потерся попой об твое ухо, и он заполз. Я не знаю. Я не могу тебе сказать, как он туда попадает, но. Мне кажется, это невозможно, потому что барабанные перепонки. Они бы не смогли прогрызть барабанные перепонки. Не знаю. Но фишка в том, что согласно последним исследованиям, люди, у которых этот паразит находится в мозгу, он по-разному влияет на поведение. На поведение мужчин и женщин. Мужчины становятся более агрессивными, чаще рискуют, у них повышается чувство ревности и зависти. А у женщин наоборот, они становятся более добрыми, экстравертными, теплыми и доверчивыми. Прикольно. Прикольно. А как это, там есть какая-то непосредственная связь, потому что какие-то гормоны определенные или химический состав мозга меняется? Возможно. К сожалению, человеческий мозг очень не изучен, и сложно сказать, как именно это сказывается на поведении, но также было проведено исследование, что количество аварий автомобильных с участием мужчин, у которых есть этот паразит, оно намного выше, чем у мужчин, у которых его нет. Но помимо этого, также наличие этого паразита приводит к склонности к депрессии и шизофрении. У мужчин тоже. Да, одно из интересных исследований, я не знаю, в курсе ли ты, но все лекарства, которые лечат ментальные расстройства у людей, они... Испытаны на мужчинах. Изобретаются методом проб и ошибок, то есть очень сложно... изобрести лекарство, которое будет конкретно действовать на конкретные рецепторы или на что-то еще. Просто чаще новые лекарства открывают случайно, и не всегда даже создатели лекарства понимают, почему то или иное лекарство, допустим, лечит шизофрению. И проводили исследования с людьми... Это именно про ментальные проблемы, да? Да, именно там депрессия, шизофрения, всякие такие расстройства, связанные именно с менталкой. И ученые проводили исследования с вот этими людьми, у которых были мозговые паразиты от кошек, и давали им самые новые, самые крутые лекарства от шизофрении, и заметили, что некоторые из них работают, возможно, не потому, что действуют на мозг человека, а возможно, потому, что убивают этого паразита. И интересный факт еще в том, что
симптомы шизофрении у людей с паразитом, они сильнее, чем у людей с шизофренией, у которых этого паразита нет. Ну, а то также... есть, по сути, ты хочешь сказать, что наличие паразита в мозгу у мужчины как бы усиливает эффект и симптоматику ментальных проблем шизофрении и депрессии, да? Да, и ой, также у людей с шизофренией, которых шизофрения вызвана вот этим паразитом, мозг терпит некоторые деформации, которые не наблюдаются у людей, у которых просто шизофрения, но нет паразита. Ну, в смысле деформация какого характера, что он ну, реально некоторые части мозга деформируются и перестают действовать так, как они действуют. Вообще, этот паразит, он вызывает увеличение дофамина в тех областях мозга, в котором их его не должно было быть. И за счет этого происходят изменения. Слушай, это реально от пола зависит? Ну, то есть у женщин это вызывает какие-то позитивные, позитивный результат и реакцию, а у мужчины, наоборот, негативную, усугубляет депрессию, шизофрению, а также настроение делает более агрессивным и слушай, просто грубым. Предполагается, что он повышает уровень тестостерона, что, соответственно, приводит у мужчин к большей агрессивности и ревности, а у женщин по-другому, потому что у женщины основной гормон другой. Эстроген. Ну, то есть тестостерон на женщин, он влияет не так, как повышение тестостерона у женщин, оно не такое сильное, чем у мужчин. То есть у мужчины он высокий сам по себе, и если он повышается еще, он приводит к негативным эффектам, а у женщины, я предполагаю, просто низкий уровень тестостерона просто чуть-чуть типа делает скорее более позитивные изменения, чем у мужчин. Еще есть один интересный факт про этого паразита. Он связан с крысами, поскольку у нас подкаст «Крысиное товарищество». Про крыс, да, это правильно. Нужно рассказать про крыс. Есть предположение, что это попытка паразита эволюционировать, чтобы больше размножаться. Потому что ученые провели эксперимент, они подсадили этот паразит в мозг крыс. И... А почему в мозг, а не в кишечник? Ну, потому что это мозговой паразит. Он у других особей живет в мозгу. Вот. Положили им в клетку говно разных животных. Там собак, кроликов, котов в том числе. И заметили, что крысы, вообще по умолчанию, крысы, когда видят говно других животных, они как бы его обходят стороной, потому что это их защитный механизм. Но те крысы, у которых был вот этот кошачий паразит в мозгу, они переставали бояться кошачьего говна. Они подходили к нему. То есть появлялся иммунитет? Это не то, что иммунитет. Я так понимаю, что... крысы по умолчанию, если они видят какие-то экскременты котов, они их избегают, потому что коты представляют для них опасность. Во-первых, это котов. Да. И, соответственно, крысы с этим паразитом перестают избегать помеченные котами места, что повышает их риск быть съеденными котами, с помощью чего паразит попадает в желудочно-кишечный тракт кота, где он может продолжить свое размножение. Слушай, это получается обратная ситуация, как в мультике «Рататуй». Только там крыса управляла человеком, а здесь мозговой паразит управляет крысой. Получается так? Ну, то есть этот паразит... Это получается какая-то бесконечная рекурсия, что... Подожди, а сам по себе этот паразит может попасть в мозг крысе каким-то образом, не из кошачьих экскрементов? Слушай, возможно, если он может попасть в человека с помощью немытых фруктов, я так понимаю, что он может попасть и в крысу с помощью немытых фруктов. Ну, то есть в теории... нет, я просто думал, что логика какая, что мозговой паразит, который уже находится в мозге у крысы, он заставляет ее, как знаешь, ну да, заставляет ее поесть немножко кошачьих экскрементов, чтобы этих паразитов стало еще больше.
Но прикольно то, что ты это немножко перевернул, что они типа не боятся ходить мимо кошачьих экскрементов, и поэтому их едят коты, и таким образом паразиты попадают в желудок котам, и там могут размножаться. Это очень классно. Слушай, еще вопрос, я думаю, напоследок, а какой-то вред они котам наносят вообще или нет? Или они просто типа размножаются и потом выкакиваются и все? Слушай, ну у котов не было замечено каких-то изменений в поведении. Угу. Я так понимаю, угу. что потому что все-таки у котов эти паразиты находятся в другом месте. Угу. Ну да, они просто, по сути, в желудке сидят и потом выходят оттуда. Сидят, размножают и выходят. Короче, такая вот удивительная история про мозговых паразитов, которые... Про которые я никогда не слышал, но которые... по количеству процента людей содержится у очень большого количества людей, и они несут достаточно серьезные изменения на поведение людей, и удивительно, что никто про это никогда не слышал. Ну, да, не, я думаю, что кто-то про это когда-то слышал, но я надеюсь, наши слушатели услышали это впервые и так же восхитились, как и я, это невероятная история. Мне этот весь рассказ напомнил о... паре вещей. Первое — это бойцовский клуб, потому что там ребята ходили на поддержку, группу поддержку людей с мозговыми паразитами. Марла Зингер как раз туда пошла, потому что она сказала, что что-то там, бла-бла-бла, мозговые паразиты. Ну, там было смешно. И смотрели бойцовский клуб, вы поняли, о чем я. Если не смотрели, посмотрите, фильм классный, там Брэд Питт и Эдвард Нортон, и Хелена Бонем Картер, и все такое. Второе, о чем мне напомнило, я уже сказал, это фильм «Рататуй». Потому что когда маленькое существо управляет большим существом, это прикольно. Единственное, я не очень понял, как от них избавляться, от этих паразитов. Нет информации? Или от них уже не избавиться? Смотри, вот по той информации, которую я нашел, некоторые лекарства от шизофрении, они убивают этих паразитов в мозгу. Угу, угу. То есть... Ну, то есть они лучше действуют? Они действуют на симптомы шизофрении, но было выявлено, что они действуют, некоторые из этих препаратов, они действуют не на рецепторы мозга человека, а они убивают паразит, за счет чего угу. проходят симптомы шизофрении. Что третье, о чем мне это напомнило, это серия «Том и Джерри», или я не помню, что это было, там, короче, блохи, они использовали собак как автобус. Ты не видел это? Возможно, это не «Том и Джерри», возможно, это какой-то мультик «Луни Тюнс». Я не уверен, что это «Том и Джерри», но это что-то такая большая собака, и блохи на нее запрыгивают, вот, и куда-то едут, типа, из одного места в другое, и потом выходят, и там блохи были еще такими, они были с зонтиками, и в аристократических шляпках, хоть очень прикольно было. Короче, в завершение этой темы я хотел бы сказать, что если вдруг кто-то из наших слушателей начал испытывать, из наших слушателей мужчин, начал испытывать повышенную агрессивность, чаще берет на себя риски или стал более ревнивым или завистливым, вы можете задуматься о том, что, возможно, вы недавно ели кошачье говно, и у вас теперь или есть... Или целовали кота, или ели немытые фрукты. Или целовали попу кота. Целовали кота в попу. Я не знаю, кто таким занимается, я не одобряю, но как бы не делайте этого. Это не прикольно. Возможно, у вас есть мозговой паразит, и вы можете сдать тест на этого мозгового паразита, который называется таксоплазмолис, и, возможно, вам подберут лекарство, вы его убьете у себя в мозгу, и ваша жизнь изменится и станет такой же, как и была до этого происшествия. Инцидента, да. Да, котиков понятно, что любят все, но не стоит любить их слишком сильно. Не настолько, чтобы паразиты из кота поселились у вас в мозгу. В мозге. В мозге? Наверное, в мозге. Мне кажется, в мозгу. Напишите в комментариях, как правильно, в мозге или в мозгу. Дамир, спасибо тебе за прекрасную историю про таксоплазмолиса. Как я уже сказал, немножко не улавливаю связь названия и котов. Было бы прикольно, если бы он назывался котоплазмолис или кетоплазмолис, как-то так. Таксы — это немножко другое животное. Кстати, про такс тоже можем как-нибудь рассказать. Мне кажется, они тоже клевые и невероятные. И почему-то, когда я слышу словосочетание паразит или мозговой паразит, я представляю как раз что-то такое же продолговатое, как и такса.
Ну, что это какие-то черви обычно. Знаешь, вот эти вот. Ну, понял, вот эти черви. Ну, знаешь? Да, да, нет, я тоже представляю себе такого длинного тонкого червя, когда слышу мозговой паразит. Но, скорее всего, они выглядят просто как какие-то а-ля молекулы и все такое, или бактерии. Надо, кстати, погуглить, как выглядит таксоплазмолиз. Может, он реально похож на такс, поэтому его так и назвали. Неважно. Спасибо тебе за историю. Слушателям я желаю, чтобы вы меньше входили в тесный контакт с своими котами, потому что, как сказал Дамир, это может быть чревато последствиями. Если вы женщина, последствия могут быть положительными, если вы мужчина, вплоть до шизофрении, это опасно, неприкольно, и берегите себя. Дамир, да, ты хочешь поблагодарить кого-то в конце? Может быть, только наших бустеров, Дани и Лапулька, да. Парней, которые поддерживают нас уже который месяц в нашем бусте. Берите с них пример и присоединяйтесь к нашему бусте. Поддерживайте нас, чтобы наш контент становился еще более интересным, частым, крутым и запоминающимся. Да, я подумал, что в ситуации вот нашей и ребят мы с тобой как, ну, как паразиты. Мы паразитируем на добродушии и щедрости Даниила Пулька. И тем самым собираем себе немножко донейшенов на то, чтобы улучшать качество подкаста. На этом будем прощаться. Всем пока, отличной недели. С вами были Лысый Парень, Парень Футбол Крысиное Товарищество и шоу Болтовня на канале Крысиное Товарищество. Всем пока.